День первокурсника в самом разгаре. В третий день своей программы представили творческие коллективы Института математики и механики и Института фундаментальной медицины и биологии. Масштабные декорации, захватывающие сюжеты – все это труды студентов, которые всего за месяц успели подготовить зрелищные номера для зрителей фестиваля. Если мы вместе, то дорогу идти легко. В основу сюжетной линии концерта студентов Мехмата легла трогательная история, основанная на старом советском мультфильме «Голубой щенок», где главным посылом стало отличие личности от большинства. Главный герой в амплуа щенка проходит путь от чувства одиночества до обретения настоящих друзей и ощущения нужности. Студенты Института математики соорудили декорации своими руками, выстроили морские волны. Световые проекции дополнили атмосферу путешествия на корабле. Вокальный ансамбль «Ла Гренж» исполнили песню «Я рядом», которая позволила зрителям проникнуться меланхоличным сюжетом. Только позови, и раз, два, три, я рядом. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии представили публике свои вокальные данные, театральные постановки и танцевальные номера. Артисты показали историю о бюро, которое обучает ангелов-хранителей. Все завязалось на сдаче экзамена земной девушки. Один из ангелов должен был помочь ей в этом. Единственное условие – не показать свое обличье человеку. По итогу действия раскрылся ключевой посыл истории – готовность пожертвовать всеми принципами ради счастья человека. Главный герой справился с миссией и стал ангелом. Креативность первокурсников была ярко выражена в исполнении своих ролей. Они продемонстрировали все навыки, которые получили на длительных репетициях. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» проводится в Большом зале КСК КФУ «Уникс» каждый день по будням до 13 октября. А для тех, кто не смог посетить концерт вживую, специально ведется прямая трансляция. Ее запись можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Универ ТВ». Николай Суховский, «Универ Ньюс».